наша девочка бурманская. Наша красавица, да. Это соболиная черепаха. Краска мне интересна. Кто увлекается этой породой, очень рекомендую. Для семьи с детьми. И не только с детьми. Вообще для семьи. Для дома это очень интересная порода. Кому интересно, у меня есть видео о породе. Так, когти мы точим только вот тут. Давай, давай. Умничка, умничка, да, да. И еще одна пришла. Да, да, да. Умница, девочки, умница. Надо обязательно хвалить, гладить. Да, да. Вот, скажи, я такая тоже умничка. Вот мы сделали им такую когтеточку, но у нас уже не один год. Огромную, огромную, чтобы они могли по ней прыгать. Они любят на ней зависать. Так, тут нельзя. Нельзя вот тут, а вот тут можно. Да. Ай, красивая кошка. Ай, молодец. Ай, ай, молодец. Она еще любит, когда ее похвалят. Она встречает, так встречает. И посмотрите, что они сделали с этой когтеточкой. Боже. Это мотлох, мотлох, и она уже испорченная, но вот с нее уже летит, ее срочно надо перемотать. Ай, ай, красиво, Коша. Да, да. И такая же точно у нас была когтеточка в комнате, но только гораздо-гораздо больше. Сейчас вам ее покажу. Мы с нее сняли полностью все эти нитки, потому что они сильно уже начали, скажем так, запыливаться, сырять все. Потому что они уже пришли в негодность. Им уже, я не знаю, несколько лет, года три, наверное. Вот, когда оно новое, когда оно вот такое вот, то оно еще хорошее. А вот когда они уже начинают распускать, то оно уже все. Мне надо менять. Пока она новая, она хорошо смотрится, и они... пока они его не распустят полностью. Пока она не придет в негодность. Ну, на года 2-3 точно хватает. И они у нас точат только когтеточки. Больше они не точат. Они к мебели, мягкой, к коврам они не лезут. Они приучены с детства. Ах, любовь. Любовь и голуби. Что за захват? Любовь? Ой, красуня, разлеглася. Цілуйте мене. Цілуйте мене, я красива. Ну, ну, гляньте на мою рожицу. И ждет блаженство, пока ее нацелует. А кот ее любит. Так вот ее мазает. Любовь. Стоит ей только мяукнуть, от нее сразу бежит, успокаивает, чухает. Такая парочка. Да? Бурманские очаровашки. Бурмашки очаровашки.
делали мы нашу когтеточку, потому что она уже вся была вот такая вот некрасивая. Они регулярно ее чешут и висят на ней. Как маленькие мавпы. Мавпы. Великая мавпа была. В процессе пошел.